Всем привет, с вами Антихрист. И в этом видео хотел бы рассказать о том, что поменялось в новой версии Гренни. Да, я уже снимал подобный видеоролик, и другие снимали подобные видеоролики, но сегодня я бы хотел бы рассказать вам это не в режиме прохождения, а просто в разговорном ролике. Итак, начнем с графики. Во-первых, текстурки стали более проработанными. Тени стали намного лучше. Также на заднем дворе появилось нормальное небо. Также кошмар стал менее кровавым. В принципе, графон стал похож на ПК-версию. Осталось только фонарик добавить, и вообще идеально будет. Движение в игре стало намного плавнее, и передвижение по проходам стало намного быстрее. Также проходы стали намного меньше, что, как по мне, сделало игру немного логичнее. Физика стала как в Гренни 3. Допустим, когда вы падаете на решетке в заднем дворе, вам нужно время, чтобы встать. Такое же было и в Гренни 3, только немного в другом месте. Также, если раньше паук был белым, то теперь он стал коричневым. Не знаю почему. Также убрался баг с выходом из игры. Если раньше, когда ты уходил из игры, тебе приходилось начинать сначала, то сейчас уже такого нету. И по-настоящему это очень хорошо, потому что это очень затрудняет игру. Также в худшую сторону поменялось меню. Не, ну вы просто сравните. Также, пока играл на кошмаре, я заметил то, что перекидывать через решетку стало намного легче. Также изменила смерть. Не знаю зачем, ну ладно. Также добавилась музыка, когда тебя преследует Гренни. И теперь сама Гренни спавнится в разных местах. То есть теперь ты не можешь точно сказать то, что Гренни заспавнилась именно в подвале. Нужно теперь быть более осторожным. Также, как по мне, Гренни в обновлении стал какой-то более бешеный, что ли. Или умный, я не знаю. В общем, бывает, я нашумлю, иду в ящик. И вместо того, чтобы Гренни шла в то место, где я нашумел, она идет к моему ящику и смотрит, нет ли меня там. И если ты не опустишься в шкафчике, то она может тебя увидеть и убить. Или, допустим, я оторвусь от Гренни, уйду, спрячусь от нее, потом выхожу, и вдруг на меня Гренни-то выходит, как будто бы она знает, что я пошел куда-то. В общем, либо Гренни стала намного умнее и логичнее, либо она стала более баганой. Еще хотелось бы рассказать о самой интересной фишке этого обновления, а именно то, что бабушка, запертая за книгами, теперь может ползти. В общем, как по мне, обновление получилось очень хорошее. Если бы разработчики добавили новую локацию или новое место, это вообще было бы замечательно. Хотя, в принципе, локация в Гренни так достаточно большая. Ну, в общем, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Кому понравилось, ставьте лайки. А с вами был Антихрист. Всем удачи и всем пока.